Приветочки, всем доброе утро. Собственно, еду на работу. Настроение супер, все супер. Сегодня, завтра по работе, выходные. Да, короче, это была тема, что тяжело проснуться. Я этого не делал, собственно, и проснулся бодрячком, в целом нормально. Конечно, не так легко прям вставать, но не прям, так что вчера я вообще иду, а у меня глаза слипаются. Сегодня такого нет. Так что, может, это совпадение, может, действительно так. Кофе не очень влияет, хоть я и засыпаю там от кофе, ну, то есть, на ночь могу выпить, спокойно спать лечь. Но, видите, влияет именно на пробуждение утром. Ребята, понедельник. Собственно, подхожу уже к работе. Сегодня, завтра и выходные. Как быстро летит время. Сейчас кофейку попью. Ништяк, надо еще успеть сходить в магазин. Сегодня жарко. Со временем, на самом деле, вот понимаю, что надо максимально легче относиться к жизни, к людям. Так проще жить, так лучше и так вам же комфортнее. Потому что можно загнаться на ровном месте, придумать себе проблемы, отговорки и прочее. А зачем? Лучше тут уже даже энтузиазм, когда ты типа веришь, может даже и там, где не стоит, но все равно с рвением относишься. Не знаю. Такая необычная штука, но все это психология. Сейчас незаметно уже. Фух, уже пролетит рабочий день. Что, ребяточки, вот уже проходит день. Собственно, один клиент, я пью кофе. Иду в магазин, собственно, купить поесть. На сегодня 119 рублей. Да я посмотрел, что оно одинаково, что просто кусок свинины, то же самое ветчина, абсолютно. Тот же самый рисунок вот этой всей истории, прожилки там и прочее. Конечно, мне чуть-чуть прокачать оборудование, потом понимаю. Блин, но два дня в неделю все равно так таскать, может? Так таскать не будешь постоянно и прочее. Но с другой себя радовать тоже нужно. Не знаю. Но сейчас вот очень долго. Чем ближе, тем кажется долго, дольше и таинственнее. Мне надо доделать дело, и я тогда спокойно могу себе купить НДшник, там, клетку для камеры, как бы по мелочевке. Там большой список, но, в принципе, я буду стараться. Все рационально. Ну там все вообще подсчитано рациональнее более. Надо больше уделять время монтажу, на самом деле. Учиться, делать. У меня Геркулес, как знал, что надо купить гречки, что заканчивается. Что-то думал, не показалось. В итоге у меня вообще чуть-чуть там на две ладошки. Так что у меня Геркулес и гречка немножко. Кушать. Произведение искусства. Так, сори, меня взломали, короче, писали в личку все, так что не обращайте внимания, это не я писал. Что писали, я не вижу, но вот только разморозил страницу. А взломали, скорее всего, когда я заходил в скачку музыки, типа с ВК, и, собственно, подтверждал страницу, и вот там меня и тетю взломали. Такой парадокс, я раньше думал, что аккаунт с галочкой нельзя взломать, вот. Аккаунт с галочкой, с двухфакторной верификацией, вроде как она у меня настроена, могут взломать спокойно. И вот это у меня произошло. Так что будьте бдительны, если что-то вам просят, то только личная встреча, и никуда не надо не отправлять денег ни в коем случае. И всегда, если что-то, спрашивайте в телеграм-канале Фэншурок, если это от меня какая-то хрень идет. Удивился давно. Кстати, телегу меня ни разу не банили и не взламывали, а вот ВК — это уже вторая страница. Но сейчас, видите, я знаю почему это, потому что
зашел и подтвердил, собственно, свои данные, как свой профиль на ВК, там, скачки. Скачки музыки из ВК. И вот так она раз и забанила. Точнее, взломали аккаунт. Короче, будьте бдительны, мошенников очень много, и никому ничего не верят. Все. До связи. Эти ребята, у меня завтра, послезавтра выходные. И плюс небольшая надбавочка в размере 2500 рублей. По-моему, не хиленько в месяц. Так что двигаемся. Фух, мне чуть остается до моих целей. Надо дожить до 9 сентября. Фух, как летит время. Чуть-чуть остается. Мне уже хочется все заказать, но мне надо доделать. Немного и домой, ребята. Сори, я без микрофона. Микрофон там. Шикарно. Фигура-то уже появляется получше. Лучше и лучше. Надо больше заниматься спортом. Потихонечку собираюсь. Надо еще мусор вынести. Сегодня хорошие перспективные новости. Кстати, сейчас клиент уехал за границу. Типа жить по IT-сфере. Вообще надо вливаться в IT, если честно. Хоть она как бы заезженная, но, блин, мозги варят, почему нет? То есть второго шанса не будет. Надо шарить, прошаривать, чекать. Монтаж, IT, вот тебе будет заветная удаленка. А иначе так можно просто плыть по течению, как тонуть, как камень. Нужно двигаться. У меня есть и возможности, и свободное время, и техника есть, все есть. Это может дать возможность какой-то, не знаю, дизайн-студию или там типа гейм-дев-студию открыть. И с уклоном еще и на монтаж, на все. То есть просто лютейшим стать чуваку. Ну, вот и закончился день, нужно идти домой. Ништяк. Так, собственно, среда. Вторник, среда, выходные. Так что имба, с одной стороны. Я что-то рассчитывал. Среда, четверг. Но вышло вторник, среда. Разницы, в принципе, нет. Благо, посмотрел. Видите, надбавочка. Это интересно. Потихонечку, потихонечку. Собственно, пролетело время. Сегодня вообще незаметно. Ништяк. Как бы нет лишней запары, каких-то загонов и прочего. Все убрал, мусор выкинул. Собственно, надбавочка как бы за то, что носим мусор. Вообще, как бы ништяк. Не обижают. Нормально. Мы вообще с Дэном кайфуем, если честно. Бывают там какие-то эти, но это все мелочи из-за... Вот я там загонюсь, но в последнее время все норм. Типа даже более чем. Самокатчики. Так и думаю, что впишутся. Но это их дорога, поэтому надо свалить. Нормально, двигаемся. Вот видите, как бы айтишники уезжают. Ну, это более перспективная история, на самом деле. Если есть возможность учиться в этой сфере, то лучше, конечно, учиться. Потому что обычной работягой как бы ты можешь всегда быть, типа, что официантом, что барменом, что парикмахером. Ну, не знаю, рабочим на стройке, водопроводчиком. Но вот что-то такое серьезное, что соцпакет и... какие-то перспективы, типа даже где-то в Бургундии ты мог себя чувствовать комфортно. Это, конечно, так. Но видите, профессия у нас клевая тем, что мы всегда можем заработать на хлеб везде. А это уже большой-большой бонус. Потому что я прям вспоминаю, вот сегодня такой какой-то позитивный день. Ну, что-то там порешали, какие-то моменты были. Причем все вообще мелочи.
чтобы не было разногласий или еще чего-то. Мне комфортно. Мы с Дэном кайфуем. Типа вот Дэн тоже по кайфу. Хз, там что, как. Видите, раз. Опачки, надбавочка. Вообще ништяк. Ну, не обижать. Пораньше можно свалить. Тоже немаловажно. Потихонечку, потихонечку двигаемся. Мне чуть-чуть остается до цели. Я вот за это больше парюсь. Потому что мне надо доделать. И, собственно, купить там а-ля клетку. Всякую мелочевку. Завтра пойду снимать. Не знаю, если кореш сможет, то может с корешем. А так, может, соло. Вот так. В целом интересно. А так вот, я порой задумываюсь о своем быть просто. Но сейчас мне надо доделать дело и техническую сторону доделать, и все. И это будет то, о чем я мечтал. Вообще-то потихонечку занимаюсь спортом, так что все отлично. Что-то захотелось, видно, поздно ел, пока все это вынес, все это посчитал. Тоже энергия закончилась. Такое. Да, надо есть побольше. Сейчас, может, через пару недель закажу. Как раз, может быть, доделаю дела и закажу себе еды. Ну, в плане этих орехов давно хочу. Ну, и уже по технике буду решать. Но загадывать лучше не стоит. Поэтому, как бы, лучше делать так. Потихонечку. На ночь, потому что так сразу упадок сил, потому что я так много дел. Пока мы все смены. Посчитаешь раз. Следующая станция Кирова.